Село Харцис расположено в центральной части Лазаревского района у реки Шахе. Здесь проживают чуть больше 300 человек. Рельеф местности в основном гористый, поэтому с дорогами здесь не все гладко. Участок полотна, ведущего от села Харцис 1 ко 2, несколько лет назад был признан аварийным. Ремонт сделали, но результаты минувшей холодной зимы вновь отразились на качестве покрытия. Теперь местной детворе добраться до школы трудно. Автобусы за школьниками сюда перестали приезжать. И этот участок, он, во-первых, он в темноте находится, это лес. Зимнее время, это, понимаете, это темно. Идут в школу детишки, темно. Возвращаются тоже порой темно. Родители приходят туда, встречают. Ну, там бы, конечно, по-хорошему сделать эту дорогу, но это не в наших силах, безусловно. Ямочный ремонт необходимо провести. Анатолий Пахомов дал соответствующее поручение дорожникам. Крайний срок окончания работ – 15 июня. Проблемы в селе есть и с водой. Насосная станция, построенная еще в советское время, постепенно выходит из строя, а ремонт производится исключительно за счет местной администрации. Насосную станцию и трубопровод теперь взял под контроль МУП «Водоканал». Рассмотрите вопросы и возьмите сети на обслуживание здесь вот к себе, вот, и вместе, если понадобится судебное решение, потому что их нет, их надо признать. Мы сделали, мы признали, мы поставили на баланс, и он стоит в муниципальной казни. На сходе также обсудили ряд других вопросов, в том числе канализование, благоустройство и безопасность. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.